Так, я получил на Укрпочте посылку от Джун. Заказ один из трех. Это первый заказ. Принадлежности для фотоаппарата Canon. Сейчас мы распакуем. Ждал я 15 дней, очень быстро. Остальные посылки еще не дошли, хотя вторая посылка, через 10 дней я получил уведомление, что она прибыла в почтовое отделение по адресу заказчика, но пока что-то с почтового отделения нет никаких сведений, надо будет звонить. Сейчас мы вскроем посылочку, узнаем, как дошел мой заказ. Ну, без штатива очень сложно будет ее вскрывать. Она целая, все здесь, все на месте. Ну, сейчас мы посмотрим, как мы ее будем вскрывать. Упаковано все неплохо. Мягкий такой мешочек, пакетик, коробочка. Ну, слегка помята углы. Но это не самое страшное. Нас интересует содержимое. Содержимое открываем. Коробочку. В коробочке мешочек. В мешочке еще документы. В коробочке документы. Ну, это инструкция. Открываем мешочек. Извлекаем наш заказ. Все в целости, в сохранности. Сейчас проверим, как он подойдет к нашему фотоаппарату. Все подошло наилучшим образом. Теперь осталось опробовать этот расширитель в работе. Что мы сделаем? Получил очередную посылку от Джун. Этот заказ у меня был третий. Пришел первый, пришел третий. Нет второго. С часами. Здесь должен быть кондитерский мешок и 8 насадок. Сейчас посмотрим, что тут пришло. Ну вот, силиконовый мешок должен быть внушительного размера. Есть переходник, уже вижу, есть переходник. Одной рукой сложно открыть документ. Ну, с мешком явно обманули. Я рассчитывал не на такой мешок. Это мешок, во-первых, маленький. Маленький. И насадки совсем не те, которые, что были на картинке. У меня этих насадок... Это все ерунда. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Насадок не 8, а только 7. И 7. И плюс еще переходник. Так что не советую связываться
по этой покупке с Джум идет подтасовка. Это лотерея полнейшая. Насадки не те. Эти насадки, они в избытке. Этот карандаш толстый, звездочка, листик, лепесток, еще одна звездочка. И это вообще не знаю, что это такое. То, что я видел на картинке, того нет. Получил третью посылку от Джун с часами. Сейчас посмотрим, как она дошла. Вообще по этому товару очень много нареканий у покупателей. Ну и естественно по продавцу тоже. Сейчас глянем. Вот так вот упаковано. Пакет. Мягкий пакет. Пакет для часиков. Никакого контейнера для аккумулятора нет. Часы с разбитым стеклом. Вот так вот. Вот вам и часы. Часы нерабочие. Фу-фу. Вот вам часы. Кому предъявлять претензии? Тому, кто упаковывал, конечно. Такое стекло дешевка.